Проблемы и проблемки накапливаются годами. Годами люди терпят различного рода неудобства. Жители Восток-3 задались вопросом, будет ли когда-нибудь конец их дремучему существованию. Восток-3 не пройти, не проехать. В этом убедилась и наша съемочная группа. Прежде чем свернуть с центральной улицы в микрорайон Восток-3, каждый водитель в уме просчитает, во сколько ему обойдется ремонт ходовой части. Здесь бы фильмы снимать про военных шоферов. Дорога явно рокадная, прифронтовая. Правда, линия фронта расположена на чиновничьем столе. Противостояние жителей Востока-3 и их, чиновников, длится не один год. Эдакое осадное состояние, которое не может перерасти в активные действия. Когда еще сухо, еще здесь можно пройти. Когда весна или осень, здесь вообще невозможно. Мамочки с детьми вот в таких сапогах по колено, грязи, море. Пройти здесь абсолютно невозможно. И вот такая вот дорога идет до школы, до садика. И выход туда, вот именно там, где остановка. С 17-го дома там вывели асфальт на централку, замазали глаза. Даже таксисты, попадая в столь экстремальные условия, требуют дополнительной оплаты сверх тарифа и отказываются от заказа. Из-за антидорог случилось здесь несчастье. Скорая не смогла проехать, и больной скончался. Думаете, это все? Вечером здесь кромешная тьма, нет ни одного фонаря. Не сделать. Столбы-то есть. Вот, и они идут по всему Востоку-3, начиная вот от этого периметра и кончая. Вот они идут, вот они, все столбы, они стоят, но проводов на них нету. Для разнообразия букета несчастий автолюбители устроили мойку в местной речушке. Грязи после них не передать словами. Хотя мусорить приучились и сами жильцы. А что? Одной бумажкой больше, да одной меньше. Какая разница? Как вот городские субботники у нас, да? Никто из людей не выходит, никому не надо. Зато вот кидать с этажей, кидают мусор. Вот так и живут они и прочие карагандинцы. Город один, а отношение к горожанам почему-то разное. Также мы точно такие же налогоплательщики. Где наши деньги? Где наши деньги? Больше даже слов никаких не хочется говорить. Почему такое безобразие? Где вот это вот ездят они на автобусе, наши кематовские работники проезжают, их возят только по центральным улицам. Пускай они приедут на Восток-3, мы их встретим. Вот так мы и живем. Одной рукой реализуем государственные программы, другой не можем навести обычный порядок в собственном доме. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.